Так, вот она Венера. Венера 17 апреля 2020 года над Харьковом. 2:45 по Киеву. Ветер зараза. Значит, настройки. 8 диафрагма, меньше не ставится. 1,25 выдержка минимальная. ИСО поставил на 400. Какой-то серпик уже явно просматривается, фаза Венера. Сейчас попробую еще 1,125 поставить. Значит, фокусировка вручную, диск кручу. Это лучшее, что получилось, такая вот засветка. Что, фонари, вон фонари видно. Близкие фонари города. Практически ничего не видать. Настолько низкая светочувствительность. Да, сейчас надо попробовать 125 поставить. ИСО, по-моему, эффект это дает. Если бы еще ветер, зараза, куда-то делся. Ну ладно, и так сегодня вообще лютый ветрище был. Грех жаловаться. Но не убегай. Попозируй чуть-чуть. Все, ушел. Ну да, но серпик различим. О, ветер чуть-чуть стих. Вот она, Венера. 74 миллиона километров. Вообще, с каждым днем все ближе и ближе. Скоро врежется в землю. Начинала со 106 снимать. Так, все же вроде указал по настройкам. 8 диафрагма. Но сейчас попробую прямо на ходу увеличивать выдержку. А вот я уменьшил зум, и сразу появилась возможность уменьшать диафрагму. При максимальном зуме диафрагма не увеличивается. Один тридцать, один сорок выдержка. Уменьшаю еще. 1,80, 1,100. А, ну это же мы только еще более темным все делаем, понятно. Хорошо, сейчас уменьшим ISO.